Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. «22 октября в России, странах СНГ и далеко за их пределами отмечают литературный праздник «Белых журавлей», учрежденный народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности и поэзии. Он посвящен светлой памяти павших на полях сражений во всех войнах. Такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению Гамзатова. Именно он в 1986 году и стал основателем этого замечательного памятного дня. Стихи Гамзатова, положенные на музыку Яна Френкеля, стали песней и гимном памяти погибшим во время Великой Отечественной войны солдатам, которых авторы сравнивали с клином летящих журавлей, а впоследствии и жертвам терроризма, чернобыльской катастрофы, военных конфликтов. Стихотворение, на основе которого была создана известная во всем мире песня, имеет свою предысторию. В 1965 году Гамзатов гостил в Японии, где принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы. Тысяча женщин в белой одежде собрались в центре города у памятника девочки с белым журавлем – Садака Сасаки. Местные жители называют этот памятник обелиском бумажных журавлей. После атомной бомбардировки Хиросимы больная лейкемией девочка попала в больницу. И доктор, чтобы придать ей силы для борьбы с болезнью, сказал, что если она сама сделает 1000 белых бумажных журавликов, то обязательно поправится. Многие в стране восходящего солнца верят в мистическое переселение душ. Поверила и Сасаки. И принялась за работу. Ей помогали одноклассники, друзья и просто неравнодушные люди. Так весть о японских журавликах разнеслась по всему миру. В Японию со всех уголков земного шара летели белые журавлики. Все стремились помочь выздороветь Садака. Вскоре белая журавлиная стая переросла за 1000. Но девочке становилось все хуже. Болезнь оказалась сильнее. Чудо не произошло. Расул Гамзатов был потрясен историей этой девочки. Когда он стоял на площади среди человеческого горя, в небе над Хиросимой невесть откуда появились настоящие журавли. Это было неким знаком, скорбным напоминанием о погибших в жестокой войне. У Гамзатова сразу же родились стихи. Он написал стихотворение, которое начиналось строчками: «Мне кажется порой, что джигиты с кровавых, не пришедшие полей». Марк Бернес увидел стихотворение. Переработав его с помощью переводчика, Бернес попросил композитора Яна Френкеля написать к нему музыку. С согласия Гамзатова решено было заменить слово «джигиты» на слово «солдаты», что превратило песню из узконациональной в общечеловеческую. Песня «Журавли» стала песней-реквиемом, гимном памяти погибшим во время Великой Отечественной войны солдатам, которых автор сравнивал с клином летящих журавлей. И в сегодняшнее неспокойное время песня как никогда значима для всего человечества, ведь каждый с ней вспоминает свою войну. Неумолимо движется время. Не остановить, не задержать его. Но в этом неустойчивом мире должны быть вечные ценности. Ценности, которые дают нам право называть себя человеком. Одна из них – готовность встать на защиту Отечества. И если потребуется, отдать за него свою жизнь. Умереть, чтобы могли жить другие. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял страну из руин, кто своей жизнью показал, каким должно быть поколение победителей.